Может, получится срезать. Шевелись, плотва. Слышал о бригаде в Риге? Такие, как ты, там служили. Нет. Но! Я не мешаю? Наоборот. Передай-ка мне двоегрот. Это такой красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано. Но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда нашла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые известны из-за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но... Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да, тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так, вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. Здесь в округе растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... Будет вонять хуже падали, я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифона. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сара... Хер узнает, как-то там еще. А. Приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Не думаю, чтобы ваши дела волновали императора Имгыра. А капитана, пожалуй, что волнуют. Он порядочный малый. В войске нет порядочных людей. Есть только приказы. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя.
Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока Грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Может, в следующий раз? Отдохни. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Держи. А вон то поле. По другую сторону реки, оно чье? У леса-то? Воин из Климков. Хороший он мужик, сударь-ведьма. Вот только не... Да-да, а этот воин не решит вдруг на урожай свой посмотреть?
Да с чего бы? До жатвы еще далеко. Да? Что такое? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгеардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая — мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бору. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там и увидимся. Но! Довольны? Теперь можете поваляться вблизи. Отдохни. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один.
Пойдем, здороваемся. Погоди, возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Сейчас ударим! Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак, иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме.
Нам записаться не хочешь, Норберт? Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Чего? Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел? Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Поговори с командиром.